Дамы и господа, сегодня мы вам покажем дом настоящего бизнес-класса. В хорошем поселке тоже бизнес-класса. Не того бизнес-класса, который часто заявляет про дома, когда завышает уровень домов, а настоящего. В этом доме нет бассейна и нет бани. Впрочем, ее можно тоже сделать. Все остальное, то, что должно быть в доме такого класса, здесь есть и есть в хорошем исполнении. Красивая архитектура, отделка качественными импортными дорогими материалами. Эксклюзивная сделана на заказ мебель из массива. Другие натуральные материалы. Мрамор, массив дерева, гранит использован. Ухоженный красивый участок с массой взрослых деревьев. Есть домик хоббитов. Есть отапливаемый павильон барбекю с аутентичной печью, и где можно проводить тусовочные встречи с друзьями. Есть большой гараж, дополнительный навес для парковки, отличная инженерия. Генератор, автополив, есть даже теплица английская и много чего еще. Приглашаю вас сделать просмотр этого дома. Мы находимся в коттеджном поселке Вик. Регулярно здесь бываем, хороший поселок. Этот поселок один из далеко относительно расположенных, если взять поселки хорошего уровня. 37 километров от МКАД по Киевскому шоссе, еще примерно 3-4 километра в сторону. Но он очень популярен у состоятельной публики, потому что здесь хорошее окружение, высокого уровня дома. И он вообще находится в лесу и окружен лесом. Естественно, здесь центральные коммуникации и недорогое обслуживание. Сегодняшний дом за моей спиной. Он построен так, что у него несколько строений, и они все, включая забор, реализованы в едином архитектурном стиле. Вот такой красивой плиточкой облицован забор, заполнен деревом. Справа от меня навес на две машины. Рядом помещение кладовой с генератором. С этой стороны от меня большой огромный гараж. Его площадь примерно 55 метров. То есть здесь две машины и еще остается 3-4 метра для мастерской, системы хранения. Или можно баню ту же самую сделать. Там есть мойка, он отапливаемый. А вот по той лестнице можно подняться, и там просторная квартира персонала. Очень интересно организована входная зона. Я, наверное, такого никогда не видел. На земле здесь лежит брусчатка центрального гранита. Посередине высажена специальным образом такая постриженная сосна, чтобы она не разрасталась. И по кругу две большие скамейки. Есть освещение. Можете только представить, как хорошо здесь сидеть. И вечерами, не только вечерами, с семьей и с друзьями. Сразу обращу ваше внимание на автоматический генератор. Это один из аспектов инженерного решения дома. Серьезная штука, там, по-моему, 20 кВт, включается автоматически. Если электричество пропадет, полностью будет обеспечивать дом электроэнергией, и при этом не доставлять никаких хлопот, ни шумом, ничем. Общая площадь строений здесь 600 квадратных метров. Сам дом имеет 3 уровня. Стены здесь примерно 60 с лишним сантиметров. Кирпичные, с утеплителем. И посмотрите, как декор и вообще материалы облицовочные делают дом красивым. Ну, он и сам гармоничный по своим пропорциям. Но мы видим здесь обрамление окон белого цвета, такое непростое. Карниз между цокольным этажом и первым. Еще есть полоска плитки. В остальном дом облицован такой красивой плиткой, имитирующей рваный камень. Первый этаж дома приподнят 1,20 м над землей, и в этом многие видят плюсы, потому что, во-первых, первый этаж получается теплее, он обогревается воздухом, суше, да, вот, то есть это плюсы. Но это решение превратило необходимость сделать вот такое крыльцо, 8 ступенек, и здесь использовал натуральный гранит, при этом по краям он лакированный такой, полированный, а посередине это специально обработанный, термически обработанный гранит, который делает его полностью нескользким. И таким же гранитом отделана сзади дома терраса. А мы начнем наш осмотр, дальше продолжим. Участка. Участок имеет площадь около 18 соток, но это еще не все. Есть еще дополнительная опция, которую я вам покажу. Посмотрите, вот если при входе мы видели два больших симметрично расположенных каштана, метров по 6, и от улицы есть ограждение высокими тоже туями. В этой части участка мы также видим туи,
взрослые сосны тоже, метров, наверное, по 6-7. В том углу находится автоматическая система автополива. Здесь три контура, один даже не используется, и можно включать либо перед домом, либо за домом. Можно поливать вручную. Есть вот такие вот лючки, куда можно ставить шланг. То есть это такие дорогостоящие опции, наполняющие дом бизнес-класса, которые дорого стоят, но они людям нужны. Мы передвигаемся дальше. Вокруг дома есть освещение, красивый кустарник. С этой части дома мы также видим, как он отгорожен от других участков сбоку туями. И обратите внимание на забор. Он выполнен такими сотами, и это позволяет использовать его для того, чтобы на нем рос различные вьющиеся растения, типа дикого винограда или других. И мы вышли в заднюю часть участка. Бэк-ярд. Идеальный газон, такая площадка овальной формы, зона цветов, кустарника. А здесь мы видим английскую теплицу из двух зон. Она может автоматически проветриваться. Здесь может быть автополив. Сейчас ее хозяева не используют некоторое время. И дальше зона огородиков. Тоже земляничка, огурчики, зелень. А мы приходим в интересную часть участка. Прежде всего, видим, здесь яблони растут, спиреи. Вот здесь зона из 7, по-моему, взрослых кленов. Они создают определенную атмосферу, а вот это домик для хоббитов, или для детей. Позаимствованная идея из «Властелина колец». Такая конструкция. На самом деле здесь бетонный куб, облицован настоящим декоративным диким камнем. Сверху мы видим площадку, но сначала вот такое помещение. Оно не очень большое, метров 15 квадратных. Там есть электрический подогрев пола, освещение. И дети могут здесь проводить время в своем кругу, отдельно от взрослых. А эта площадка напомнила мне любимое произведение моих детей «Капитан Крюк». Кстати, здесь 24 камеры по периметру участка. И безопасность здесь решена на высоком уровне. И тоже это является элементом инженерии дома. А вот эта калитка ведет нас на дополнительный участок. Была идея в свое время его присоединить. Решили, что, наверное, не стоит тратить ресурс на официальное присоединение. Дело в том, что дом находится по краю поселка. Дальше лес, глубокий лес. И здесь даже поставили сетку рабица. Сам участок имеет ширину 29 метров. Эта часть присоединенная тоже 29 метров. Глубину 30 метров, там тоже сетка рабица. Здесь даже были высажены вот сирень, яблони, там сливы. И девственный лес реликтовый. И даже, видите, огородики сделаны просто, в последнее время хозяева здесь не живут, и поэтому не следят за этим, но это можно все возродить. То есть фактически к 17, почти 18 соткам можно прибавить еще примерно 8,5 соток. То есть реальная площадь участка получается сильно больше. При этом и вопросы безопасности решены на хорошем уровне. Видите, какой высоты здесь забор. А мы двигаемся дальше. Еще одна изюминка этого дома. Площадка из тика. Такое дерево из Юго-Восточной Азии, которое не подвергается гниению. И на ней расположен отапливаемый павильон. Так мы его назовем. Из клееного бруса толщиной 16 сантиметров. Вот с такой площадкой. И его площадь приближается к 50 квадратным метрам. И он очень интересен. Справа от входа находится дубовый стол на большую компанию, человек 12. Слева находится зона мангала из шамотного кирпича, капитально выстроенная, облицован клинкерной плиткой. Здесь электрический вертел. И вообще большой мангал можно жарить сразу на большую компанию. Подведена холодная вода, есть варочная поверхность, телевизор. А в центре, центр композиции, это такая болгарская печь, такая мазанка. Вообще здесь электрический подогрев пола, и если вы приглашаете гостей, даже зимой, за несколько часов вы включаете, и через
несколько часов приеду гостей, у вас здесь тепло. Ну, чтобы еще было теплее и атмосфернее, зажигается огонь, и он создает красоту. При этом эти палати, которые выложены справа и слева, они тоже подогреваются, и дети обожают здесь сидеть. Мы двигаемся дальше, видим здесь, как участок дальше продолжается, организованные, ухоженные, взрослые деревья, кедр, рябина, ярга, вот эта вот вековая ель, еще несколько взрослых очень елей. А дальше мы видим организованную спортивную площадку, опять же, в заботах о себе и о детях, и даже домик для белочки есть. Мы входим в дом, как я уже говорил, здесь 3 этажа, 7 спален, 4 санузла. Зайдемте внутрь. Структура планировки 1-го этажа традиционная. Просторная прихожая, встроенная мебелью, около 6 квадратных метров. Дальше мы попадаем в большой холл, 24 квадратных метра. Сразу обращу внимание, 3-метровые потолки на 1-м этаже, довольно сложные, несколько уровней из гипсокартонных листов, с подсветкой, красивым освещением. И традиционно есть гостевая спальня, примерно 18 квадратных метров, которая уже сдает тон всему дому. Мебель красивая, из массива дерева, на заказ, сделана нашими русскими мастерами. Все оборудовано, обеспечено. Дальше дверь котельной, ее тоже надо показать. Здесь немецкое качественное оборудование, котел, бойлер большой, система водоподготовки серьезная, медная обвязка, тоже признак хорошего высокого качества. И есть резервный электрический котел. К слову, и в доме основном, и в доме, где персонал, есть видеодомофоны, позволяющие связаться между собой и позволяющие запускать в дом, ну, гостей. Еще одна дверь. Это дверь санузла 1-го этажа. Санузлы здесь все в доме большие, с окнами. В этом санузле мы видим мраморную столешницу на раковине, симпатичную плитку, стиральная машина Мили и душевую кабину. Далее мы продвигаемся в главное помещение 1-го этажа. Это гостиная и совмещенная с ней разделенная такой дверью двустворчатой большой, которая может закрываться, открываться, кухня-столовая. Общая площадь здесь приближается к 70 квадратным метрам. Гостиная имеет камин, облицованный тоже мрамором, массивом дуба здесь. Все очень красиво и дорого. Во всем доме использованы хорошие дорогие материалы. Здесь же мебель, мягкая, ковер. В доме ковры сделаны на заказ. Тоже такая качественная, хорошая работа. И мы передвигаемся в кухню-столовую. Здесь видно, что это дорогая, красивая кухня. Она сливочного цвета, с резьбой. Декорчик имеет золотистую расцветку, с красивым стеклом, с каменной столешницей. Все очень качественно и дорогое. Техника вся от компании СМЭК. Это элитный производитель. Варочная поверхность, посудомоечная машина широкая, духовой шкаф, СВЧ. Вот такие дорогие выдвигающиеся элементы присутствуют. И большой остров, около 2 метров, с каменной столешницей и вот с таким вот барным столом. Ну и холодильник тоже. Двухкамерный, с индогенератором, тоже от компании СМЭК. Очень дорогая, красивая кухня. Здесь же тоже сделан на заказ. Из массива дорогого дерева. Стол, стулья. Сверху итальянская люстра. Обратите внимание, в доме, вот на 1-м этаже в частности, везде окна от пола. Вот такой вид открывается. Вид на участок. Внутрипольные конвекторы в дополнение к теплым полам обеспечивают необходимый комфорт и уют. И также мы видим в доме мраморные подоконники, широкие. По-моему, это сорт Крема Нова. Из гостиной выход на участок. Перед этим мы видим прекрасно организованную террасу. Примерно 20 квадратных метров. Здесь есть такие маркизные шторы, которые можно поднимать, опускать. Ну, то есть закрывать себя от ветра, солнца, может быть, частично от холода. И здесь тоже из натурального гранита сделан. Мебель сделана на заказ, позволяет делать такие вещи, как мы видим здесь. Это лестница, прекрасно выполненная,
Ее ширина метр с небольшим, ступени из дуба. Она такая основательная, крепкая. И под ней мы видим организованные системы хранения. Вот такие ящики. Больше, поменьше. И совсем треугольненький. И вот такая система хранения. Довольно вместительная. По крайней мере, чемоданы и много чего еще здесь может уместиться под лестницей. И это пространство все равно вытерялось. А так оно используется для пользы дела. В доме мы видим различные обои самого разного типа. Все красивые. Электрика Легран. А я вас приглашаю на второй этаж. На втором этаже потолки, кстати, здесь 3 метра 20 сантиметров выше, чем на первом. На полу вы видите, как и на первом этаже, паркетная доска, дубовая, видимо, насколько я вижу. Здесь находятся 3 спальни. Начнем с самой, на мой взгляд, красивой спальни. Это главная спальня. К слову, хотел вам показать, все двери в доме тяжелые, сделаны на заказ из массива дуба, насколько я понимаю, и покрыты белой эмалью. Смотрится как новенький, хотя их поставили достаточно давно. Это тоже один из примеров дорогостоящего ремонта. Самая красивая спальня – это спальня хозяев. 34 квадратных метра. Посмотрите, какой здесь эркер, как здесь светло. Здесь мы видим, кстати, мебель. И после кухни – это второй пример, демонстрирующий, насколько это дорогая, красивая мебель. Сливочного цвета, из массива, с резьбой, с дорогой, красивой фурнитурой. Это делали наши русские специалисты. Ну, то есть у хозяев был выбор купить итальянскую мебель, очень дорогую, или сделать у нас. У нас это стоило немножечко дешевле, но по качеству никак не уступает. Видите, она вся смотрится как новая. Вот массив вишни мы видим, столик. И смотрится ничуть хуже, но зато она была сделана, ну, как люди хотели. Вот такой вот выбор. Широкая кровать, комод, один из ковров, выполненный на заказ. Красивые обои, покраска и собственный санузел. Санузел около 10 квадратных метров. Красивая плитка на стенах, очень итальянская. На полу здесь мозаика, ванная Белероин Бог. Остальная санитарка тоже очень красивая, интересная. И душевая кабина. Полноценный санузел. Я думаю, что многие со мной не согласятся в определении самой красивой комнаты. Потому что детская тоже замечательна. Она такая же по площади, как и главная спальня. 34 квадратных метра. Мы видим, здесь также сделан заказ из массива дуба. Очень красивую мебель детскую. 2 шкафа, 2 кровати, красивые обои, ковер. Тоже сделан на заказ. Он изображает карту мира какого-то там века. Не самого последнего. Для образования детей. И вот такой вид из окон от пола открывается на участок. Последняя спальня, это же, кажется, небольшой. Но это только после предыдущих спален. Здесь 18 квадратных метров. Тоже окна от пола и тоже красивая мебель. Ну, такая же, как мы видели на первом этаже в спальне. Тоже массив сливочного цвета. Есть массив вишни здесь и красивые бумажные обои. Общий санузел второго этажа. Он также очень красив. Здесь также есть и душевая кабина, и ванная. Вся эта техника хороших марок. Сейчас и ванная Велероин Бог, унитазы Густавсберг, есть биде и красивая коллекционная итальянская плитка, как и в других санузлах. Последняя зона или помещение второго этажа – это такая зона библиотеки и чтения. Я думаю, здесь очень комфортно вечерами сидеть и читать книги. А мы с вами поднимаемся на третий этаж. Третий этаж, как это часто бывает, многофункционален. Вот здесь рабочая зона, красивый дорогой стол из массива, можно работать. Здесь далее зона тренажеров, можно заниматься спортом. Кстати, в потолке у нас, видите, встроен кондиционер, делающий пребывание здесь комфортным. И еще у нас есть кондиционер и в мастер-спальне, и на первом этаже. А здесь, на этом этаже, еще расположена гардеробная, большая там, примерно 10 квадратных метров. Есть санузел этого этажа, он тоже полный, с душевой кабиной.
И тоже есть окошко. Такие же здесь смесители в классическом стиле. Есть еще спальня гостевая. Важная опция, большая. 34 метра квадратных. Сейчас немножко здесь заставлено. Два окна, но более чем комфортно можно расположить гостей. И вот такая зона, кинозал, игровая, где, ну, увидите по антуражу, чем здесь можно заниматься. Мы закончили презентацию этого интересного дома. Пишите ваши комментарии, что вы думаете. А также смотрите наши видео, короткие, подлиннее, а также анонс этих видео на наших каналах в Дзен, ВК, Телеграм, Инстаграм, там, где вам это удобно. Мы там везде есть, активны и даем массу интересного контента. До свидания.